Заводские войны в Приокском районе. В поселке Кудима сегодня ночью сгорели на заводе по производству пластиковых изделий автомобили, 5 грузовых автомобилей и производственный цех. По предварительной информации, это был поджог. Горел очень сильно, очень. Прям вот выше крыши. Как будто что-то взорвалось. А потом огненный шар огромный во все здание поднялось огненный шар. И бабахал, наверное, вот колеса взрывались, прям это. Угу. Взрывы были. Понаехало очень много машин. МЧС очень много было машин. Скорая помощь была. Огнем было охвачено 5 машин и кровля производственно-складского помещения на общей площади 150 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате чего произошел пожар? Кстати, в причинах пожара сейчас разбираются и пожарные дознаватели, и правоохранительные органы, но предполагаемые поджигатели пока не установлены.